Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру, вторую часть Дневники Мертвецов. Я опять не играл несколько дней, помню, что в последней части было страшно, до срачки за нами гонялся доктор и Минисис, что ли, как там его звали-то. На пути в лазарет запертая дверь, на ней номер 3061. И, по-моему, вот тут вот можно ввести 3061. Я, по-моему, это хотел сделать в прошлой серии. И да, конечно же, это подошло. Но это было довольно-таки просто. Осталось вспомнить, где эта дверь находится. Погнали. Тут вроде больше нечего делать. Выходим. Опять на дворе у нас час ночи. Опять я в наушниках, так что опять ничего хорошего, судя по всему, нас не ждет. Так, а где у нас та дверь-то? Ладно, разберемся, я думаю. Так, сюда нам нужно еще сетчатку глаза. Ой, будь здоров. Что-то я счихался. Так, что-то ничего не помню, честно говоря. А нет, нам, по-моему, не сюда. Подожди. Вроде как спокойно, и музыка спокойная, никого не видать. Так что все нормально. Так, вот, по-моему, эта дверь. Да-да-да, лазарет. Так, ну... Это что у нас? Переход на новую локацию. Отлично. Давайте разбираться. Тут я вижу туалет. Койки. Это, видимо, палата какая-то, что ли. Не очень приятные звуки. Ну давайте осматриваться. Шоу ж нам не впервой. Заходите во всякие стрёмные непонятные места, типа этого туалета, где кто-то, похоже, руками размазывал все, что из него вышло. Так, сигналка, которым я практически не пользуюсь, как фонариком, собственно. Ладно. Что еще у нас тут? Кирпичик. Зачем нам может понадобиться кирпич? Ну ладно, это нам ничего не дает, по идее. Может, в унитазе что есть? Я не удивлюсь, в принципе. Такая игра, довольно-таки мерзкая. Телевизор. Трансформатор какой-то мелкий. На экране надпись «Нечеловеческий образец». Вставьте человеческий образец, попробуйте еще раз. Видимо, так. Субъект в критическом состоянии. Обратитесь к медицинскому персоналу. Не подходит. А, это тот субъект был в критическом состоянии, а у меня нечеловеческий. Я что, совсем уже превращаюсь в эту хрень, что ли? Нечеловеческий образец. Обалдеть. Что-то со мной не то творится. Меня уже не распознают всякие системы. Так... Рентген-комната какая-то. Заперта. А тут у нас какие-то таблетки, что ли? Ну ладно, давайте осмотримся сначала. Вроде как спокойно тут. Правила пользования криокамеры. Криокамера — это современное устройство, позволяющее совершать криогенную заморозку тяжело раненого персонала с возможностью приведения его в сознание через некоторое время. Во время заморозки пользователи могут, не всегда, конечно, использовать легкие галлюцинации. Требуется подтверждение от первого успешно выведенного из стаза пользователя. Правила пользования. Следующие основания являются достаточными для применения криогенной заморозки. Любой наблюдатель, представитель касты и возвышенных, тяжело болен или ранен,
Любой представитель низшей касты из организации древних, обладающий ценной информацией, тяжело болен или ранен. Бла-б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 ла. Доступ строго воспрещен для всех, кроме медицинского персонала. В настоящее время у древних нет возможности представить к устройству персонал на 24 часа в сутки. В результате всему персоналу с группой особой важности и риска были выданы специальные наручные повязки. Персонал из низшей касты. Понятно, в общем. О, видеочат. Анабель! Вот это да! В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда. Или сейчас разрешение получше. Ай, так, простите меня. Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спасители. Я хотела сказать, эти странные артефакты лучше не трогать. Мы пока не знаем, как они работают. Я однажды видела, как кто-то подошел к такой штуке слишком близко. Вам, наверное, лучше об этом не знать. Неважно. У вас, то есть у тебя, обязательно все получится. Наверное. Я надеюсь. Между прочим, если окажешься в моих краях, я ведь тут вроде как в ловушке. Ничего страшного, конечно. Я так, на всякий случай. Ну, конечно. На самом-то деле они совершенно безопасны, на 100%. Уж я-то знаю, они согревают и тело, и душу. Да, заткнись. Анабель, со мной на ты. Это очень хорошо. Ладно, файл поврежден, не может быть открыт. Химические тесты. Стандартные химические тесты. Объект примат-чимпанзе. Препарат темазепан. Результат, как ожидалось, объект демонстрирует признаки расслабления и сонливости. При применении диэтиламида лизергиновой кислоты, как и в предыдущих экспериментах с кошками, шимпанзе показывает неспособность справляться с химическим стимулятором. Препарат Виской Сомнус. После инъекции сердечный ритм объекта замедляется до такой степени, что по всем параметрам шимпанзе можно признать мертвым. На самом деле пульс просто упал до невероятно низкого, но безопасного уровня. И вскоре объект пошел на поправку. Блин, это все наверняка какие-то подсказки. Препарат тетрагидроканнабинол. В умеренных дозах этот препарат считается абсолютно безопасным и способствует расслаблению. Еще не доказано, наносит ли его передозировка вред психическому состоянию. Этот примат погиб. Прошу считать это официальным запросом на новых подопытных с материка. У вас что, один примат только был, что ли? Да вы гоните на всю лабораторию. Сохранимся. Я уже, по-моему, знаю, как тут шкафчик открыть. Только вот ничего тяжелого я тут не вижу. Ну, может, ведром расхерачить, извиняюсь за выражение. У тебя в голове настоящая каша. Вот А – литерация, Б – багульник, В – вегетосоматический. Эти длинные ненужные слова занимают столько места. Пора прибраться в твоем бардаке. Вот, к примеру, зачем тебе таблица Менделеева? Да. Этот парень у нас в голове хоть маленько разряжает обстановку. Так, ну и что мне делать? Опа. Медицинская повязка. Я бы это по-другому назвал. А, вот. Ну-ка. Зачем я это сделал, не пойму, но я какой-то напульсник. Напульсник какой-то надел на руку. Так, ну, блин, я не знаю даже. Бутылка висис химикат. Может, вот так, может. Ой, что я с собой сделал? Блин, этот метод научного тыка, по-моему, пора прекращать. Ну-ка, может, теперь я смогу войти хотя бы? А, блин, что произошло? Я надеюсь, я не умер. Блин. Пора прекращать наугад все, колоть всякую хрень. Это может плохо кончиться. Я надеюсь, привязанности к этой штуке после первой дозы
Не будет? Ох, она... черт. В какой-то момент мне показалось, что это конец. Нет. Но дверь, тем не менее, открыта. Видимо, из-за того, что у нас, может, напульсник на руке. Не знаю, что-то я, честно говоря, не понял точную последовательность действий, но что-то у нас получилось. Тут у нас разломанная дверь, так что мне уже не очень туда и охота. И она не закрывается. Возможно, мне сейчас быстро придется стекать туда. А ну вроде как безопасно, да? Давайте-ка пошаримся по столику. Тут пусто у нас. Тут батареечки. Тут у нас ничего. Маленькая криокамера. Что за хрень? Блин, какая пакость. Блин. Я чё, голову в кармане ношу, что ли? Ну, я переплюнул это на Томаса, который собирал дохлых гнилых птичек в карман. Я ношу целую замороженную голову и руку. Обалдеть. Так, ну теперь я так понимаю, мне все это надо нести к сканеру. Потому что больше я тут вроде как не вижу ничего. Надеюсь, без особых проблем у нас все получится. Так, все я тут взял, нет? Вроде все, выходим. Блин, да это бардак какой-то. Голову оторвал. Кажется, ему уже ничем не помочь. Ну и ладно. Так, теперь надо вспомнить, где у нас здесь... собственно, находится что. Вот так, понятно. Будем надеяться, по дороге не встретим очередного красавчика. Тихо. Эй. Подожди, я что-то запутался, что ли? Ну вот я так, вот я здесь, я не понял, а где дверь? Какого хера? Удивительно. Готов поклясться, мы оба видели, что раньше здесь была дверь. Да. А там что? Ой, я с тобой совсем сдурел. Я же не могу руками показывать. Вот умора. Так, и что мне делать теперь? Зашибись. У меня есть все для двери, но теперь, собственно... Нет же, нет. Не туда. Ты знаешь, куда идешь, а? А сзади разве не было никакой двери? Твою мать, ты козел. Вот растяпа. Дверь тут все время и была, а ты... Может быть, лучше, если старина Кевин сделает за тебя всю работу? Ты бы видел свое лицо. Похоже, будет весело. Мне даже немного жалко тебя убивать. Да пошел ты. Так, ну что? Все, ништяк. И мы идем в библиотеку. Я кое-что собрал по пути, и в итоге мне все же приблизился к цели. Что-то у меня с чтением сегодня в глазах двоится. Ух ты.
Довольно-таки красивое помещение, надо сказать. Я не могу разобрать, что тут написано. Ничего себе, я могу это прочитать. Что, мартышка, без моей помощи никуда? Хочешь узнать, что тут написано, а? Хочешь? Просто мечтаешь, так ведь? Ты заметил, какой тут сквозняк? Твою мать, я не пойму, он что, отучил меня от чтения, что ли? Похоже, я разучился читать. Карандаши. Но они мне явно нужны. Намеков ты не понимаешь. Почему бы тебе не напрячь свои расчудесные мозги? Как насчет увлекательного чтения? Ну, давай почитаем. Ну, я вроде не вижу больше, что тут еще можно прочитать. Хрен знает, честно говоря. Может, у меня тут где-то эта записка? Да нет. А, или я чего-то не понимаю, или я чего-то не понимаю. У тебя в голове столько клише из скверных фильмов. Зачем они нужны, если ты не собираешься их использовать? Ой, да заткнись, а. Так, это у нас что такое? Оттуда дует ветер, похоже. Так, ну это... хрен там. Надо ее как-то открыть. Отлично. Так, что у нас здесь есть вообще? Физика, математика. А это что, подожди? А мне казалось, вот эта дверь. Ну ладно, нашим легче. Так, что-то мне не нравится это помещение. Ой, блин. Боги. Боги. Он мертв. Целуй его. Целуй крепче. Может быть, ты еще сумеешь его спасти. Мы нашли отца. Обалдеть. Впервые за две игры это случилось. Сколько мы его искали и нашли. Бездыханное тело. Ну ладно. Заключение о чувствительности вируса Тур Гайд Говард Лафреск. С тех пор, как я покинул столовую, этот наш последний бастион человечества здесь, моя вера только укрепилась, я был прав, и мои выводы верны. Иногда мне приходилось проходить через зараженные области Мануика, и, судя по сделанным наблюдениям, мое изначальное открытие становится все более очевидным и важным. Зараженные люди общаются друг с другом. Похожее, но чуть более простое общение наблюдается и у других существ всех видов. А тут еще другие существа, и что ли? Порой зараженные общаются не видя друг друга, телепатически. Несмотря на то, что они выглядят впавшими в беспамятство, зараженные особи не утрачивают способности к высшей мозговой деятельности. Их способность решать проблемы порой превосходит даже способности здоровых людей. При разделении существа лишаются своего интеллекта, зато обнаруживают некоторые признаки коллективного или центрального разума. Вывод. Проявленный разум находится на таком уровне, что лишь приблизительно можно назвать коллективным. Это заключение определило ход моих последних исследований, хотя зараженные бродят как безумные. Ой, блин, что-то у меня со знаками препинания вообще проблем. Хотя зараженные бродят как безумные, хотя тут уместнее будет сказать зомби. Они не глупее рабочей пчелы. Да, они действуют на автомате, но не бессмысленно. Если коротко, я думаю, что с этим центральным разумом можно связаться, договориться. Однако общение невозможно при заражении, разве что есть способ как-то подавить инфекцию на время, достаточное для того, чтобы выйти на связь с роем. Должен быть какой-то способ заключить мир. Вон оно что, Михалыч. Вот так штука.
Вот так номер. Наш папаша жил да помер. Циники, мать их. В принципе, я думаю, там на противоположной стене кнопка. Ее нажмем, и откроется та дверь. Ну, вообще, это печально, конечно. Сколько искать своего отца и найти потом труп уже чуть ли не мумифицировавшийся. Это плохо. Но тем не менее, пойдем. Я никогда не задумывался о смерти отца. Я не мог даже помыслить о том, что не застану его в живых. Я был полон решительности закончить его работу, найти ключ к этой инфекции, связаться с Турнгайтом. Ух ты, пещера. В принципе, я думаю, ребят, мы на этом завершим эту серию, а по этой пещере или что это такое, начнем пробираться в следующий. Ой, я слышу червя. Это плохо. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока. We'll be right back.